Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Амсукчана. Его обвиняют в убийстве. По версии следствия, 9 июля обвиняемый в Северо-Эвенском округе выстрелил 35-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте. После преступления злоумышленник попытался скрыть следы убийства и тело погибшего. На место происшествия на вертолете вылетали следователь Ольского межрайонного следственного отдела, следователь-криминалист следственного управления, сотрудники уголовного розыска регионального ОМВД и Росгвардии. В ходе совместной работы оперативники и сотрудники Росгвардии задержали и разоружили злоумышленника вблизи места убийства. Следователи тщательно осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли доказательства, а также оружие и боеприпасы. 13 июля задержанному предъявили обвинение в совершении убийства. При допросе мужчина признался, однако в дальнейшем сотрудники ведомства будут выяснять мотивы преступления и причины конфликта.